Итак, всем привет, с вами Игорь, и мы продолжаем проходить Dead Space 3. В прошлой серии мы долетели до Terra Nova. Немного улучшили оружие. Ну и, собственно, оказались здесь. Так. Я вообще долетел сюда случайным образом. Так, это гардероб, у нас нету новых костюмов. Плохо в то, что я просто тупо первое попавшееся здание зашел. Но это было не здание, но как бы... А, корабль. Блин, какие здания в космосе? Че я мелю? Это был корабль. Корабль нашего героя, с помощью которого он может передвигаться по космосу. Ну вот, собственно, с помощью корабля мы прибыли сюда. Нам нужно найти вроде как экипаж корабля. Это будет нелегко сделать, учитывая то, что тут все давным-давно мертво. Так, малая аптечка. Инвентарь полон. Да. Вот так вот. Не воспользовался аптечкой, не на тебе. Хотя что-то довольно все-таки пока тихо. Очередная запись. Я не думаю, что кто-то из цели модернизации. Ё-моё, мне, знаете, надо было все-таки улучшить. Что-то улучшить, что-то улучшить. Так, ага, помню, это вроде было в Dead Space. Втором. Такая вещица. Медленно вращайте. А, все, я понял. Как только джойстик вибрирует, все, понял. Геймпад, да? Ух, и взломщик. Я знал, что изменяя, это плохой хакер. Так, а как выбросить? Использовать? Нет. Хорошо, тогда давайте возьмем эту вещь. Плюс темп стрельбы. А нам по-любому их придется сейчас использовать, потому что инвентарь у нас полон, нам деваться некуда. Так, там внизу можно пройти. Тут тоже можно пройти. Так, ага, там следы крови, в общем, там замес будет у нас, это, видимо, основное. А тут дополнительное, по идее. Или нет? Тоже фиг поймешь, потому что я не помню, как тут... Ага, тут лифт. Стоп. Че я курил? Мы отсюда пришли. Ой, я себя удивляю. Ну, давайте, падайте с потолков, как вы любите. Странно. Никто не падает. Никому я не нужен. А, это... Игра. А, все-таки умеют разработчики немного попугать людей. Дать им приготовиться. Так, что тут у нас? Внизу. Переход. Так, тут... Инвентарь полон. Продавать, как я понял, нельзя. А тут и вроде валюты нет.
Ай. Так, надо выбросить. Выбросить, выбросить, выбросить. Что выбросить? Чтобы взять среднюю аптечку. Простая математика. Так. Гидрооружие. Ой. Ой, ё-моё. Ой, 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 помогите. Убивают. Только что тут боевка особо не очень такая прям. Такая раз такая. Магия, а то есть ловкость рук и никакого мошенничества. Куда я вступил? В кого точнее? Кого чего? Бот поиск. Ага, вот оно как действует, да? Ясно. Очень кстати. А видимо у нас той фишки и нет, то что позволяет нам идти. То есть показывает эту вот синюю линию, что была в начале игры. Ее вроде у нас нету. А болты ищут ресурсы, блин, что-то, блин, не дочитал. Ух ты. А! По несколько раз, чтоб наверняка. Так, по лестнице, вверх и вперед. Опа. Опа. Какие-то взрывчатые модифицированные вещества. Я так и знал, что сзади. Парни, вы меня не обманите, у меня слух феноменальный. Хотя вол игры не на всю стоит, потому что меня бы тогда не было слышно. Что это такое? Ух ты. Твари, которые оживляют этих монстров, блин. Так, о, станок. Давно ждал.
Ух ты, сколько всего! Плюс темп стрельбы, оружие, создавать оружие по чертежам. Лазерный пистолет. Это ж у нас... Вроде как есть. Да. Короче, все понатыкал, потому что у меня в инвентаре, сами понимаете, предметов нету. Так. Что тут? Станина. Так, тут ничего особенного. Тут блок для высока. Да, ну так. Что-то тоже ничего особенного. То же самое, скорость падает. Так, а это тоже является тем же самым. Что-то сделал, понаделал. Честно говоря, не особо понял, что и сам. А, в принципе, там у меня были такие пластинки, да. Вот. Ну, оружие как бы получше должно быть сейчас. Но мне не так, как получше, да. Не так надо. Но мне надо, чтобы инвентарь хотя бы был пустой. Так, а продавать нельзя, да, вроде как. Вроде в Dead Space первом было можно продавать. По-моему. Улучшайте. Ага, продавать его. Так, ну все, в принципе, инвентарь у нас более-менее такой чистый стал, более свободный. Поэтому бояться того, что у нас не хватит места в инвентаре, уже не имеет смысла. А, видите, что там у него... Ага, прицел, видите, такой. И ущерб такой стал побольше с отдачей немного. Так... Что это за новый вид гуманоида? Блин, он все равно бежит, надо по ногам смотреть. Ой, боже, это гуманоид должен. Не надо. В итоге меня убили, да? Вот, заглотнул. И стал одержимым. Офигеть. Ну а куда игру проходить без смерти? Это же интересно, правильно? Их убил. Так, надо по ногам, короче, ему стрелять. Голову нет смысла вообще. Да,
дядя. Блин, еще живой, что ли? Живучие гады, а? Так, плюс один перезарядка, плюс один урон. Но у нас уже пластины все на максимум уже. То есть дальше модифицировать оружие нельзя, потому что закрыты пластины. Да шо ж, с откуда вы лезете, леди? Ага. То есть нам что-то тут нужно сделать с помощью этой штуки. А именно что? Хотелось бы знать. Неисправность вагонетки. Так, пойди, вагонетка, она где-то... Блин. А где она? Вот это что ли? Так это генератор какой-то. Не зря тут такая фишка, да? То есть надо куда-то выстрелить, что ли. Да нет. А, гляньте, тут открыто стало. Тю, ё-моё. Так. Невнимательный вообще. Ой-ой-ой, все началось. Что это за фигня? И что это, я подошел к нему, он у меня бац, все. Дал мне гол. Наверное, сюда надо стрелять. Выходите отсюда, здесь сюда не уйдешь. А, надо в руки не целиться, ё-моё. Ты щупальца, что это? Всё, ты сдох, нет? А, он ещё фиг сдохнет. Всё равно, гляньте. Ладно, фиг с ними. Он один раз он меня убил, и причем сразу, гонял. Будем знать. Так, патронов уже, я так понял, мало. А монстров много. Детка, ты просто космос. Не, реально, блин, прорисовка отличная. Все так на уровне тут выглядит, как прикольненько.
Так, ага, это очередная игра, что ли? А, они не стыкуются, да? То есть нужно повернуть таким образом, чтобы они стыковались. Чё, нету? Блин. А как же тогда? Так, как там? А, donut steak. Donut steak. То же самое. Либо я чего-то не понимаю. Либо что-то реально не стыкуется. Хотя если пораскинуть на мозгами, то по идее должно вот так вот. Или подождите, или вот так вот. Нет. Вообще какой-то бред. Не знаю, парни, не знаю. Что это? А, ну может... Оно должно... Пойди. Ага, фиг там. О! Ёпта! Обычная загадка. Ничего сложного. Тут главное подобрать. О! Все. Ох, я и невнимательный, и фануться. Ай. Так, стоп, что там у нас? Так, так, так. Все пос... А, предпоследнее, походу. А наоборот, по идее, нужно, да? Чё, блин? А, о, все. Так, 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 так. Еще одна загадка. Точнее, не совсем загадка. По сути, это вроде как детский сад. Но все равно несколько иногда непонятно, что да как. Так, последняя. После этого вагончик. Так, что-то как-то телевизор там. Warning. Cargo fault in bay 4. Containment breach detected. Biological anomalies are present. Please use caution. Obstruction cleared. Resuming normal tram operations. Так ведь я убить его. Ну.
и все. Фух, станок. Нужен ли он сейчас? Нужно ли нам что-то тут апдейтить? Не знаю. Так, но однако у нас есть новые предметы. Модуляторы всякие. Ой. Что-то не особо тут. Видно эти новые предметы. Ага. Ущерб меньше. Тут ущерб больше, однако что-то... Ладно, хорошо. А что не будем ничего делать, ничего трогать. Все, теперь я так понял, нам надо назад возвращаться. Ага, вернулись. Вот они, жданчик. Я с ним в одном лифту не поеду. Ух ты. What the fuck? Когда падает лифт, нужно приседать. Наш герой этого не знает. Было присесть. Но он сейчас уже не падает. А нет, падает все-таки. Падает. Я думал, это более эффектно будет выглядеть. Так, транспортная служба. Ладно, друзья, давайте продолжим на следующем летсплее. С вами был Игорь Диамор. Всем удачного дня. Пока.